вопросу от Василисы. Итак, она написала, какие у тебя хобби? На самом деле я занимаюсь много чем, но это все профессионально. А если так, просто для себя я очень люблю рисовать. Ну, можно даже сказать, мои друзья подтвердят, приезжают ко мне на ночевку, что делать? Я такая, давайте рисовать, просто всегда. Итак, следующий вопрос от Олечки. Ты любишь BTS? Передай привет в видео, пожалуйста. Передаю привет Олечке. А BTS, я их не слушаю. Ну, правда, я слушаю Blackpink, ну так, редко. Вот, ну, BTS я не слушаю, я их, как бы средне к ним отношусь, 50 на 50. То есть, как бы их обзывать нечего, ну и я не такая уж и ARMY. Вот так вот. И это опять вопрос от Василисы. Она мне очень много вопросов написала, спасибо большое. Интересно на них отвечать. Итак, какое твое любимое блюдо? Я не знаю, я люблю все. Итак, следующий вопрос. Какая твоя любимая текстура слайма? Я люблю кранч слайм, вроде бы они так называются. Потом баттер слайм. И очень люблю флаффи слайм и сноу слайм. Вот у меня даже есть покупной слайм, сноу слайм, который мы покупали на лайки пати. Они там продавались. Итак, приступаем к следующему вопросу. Этот вопросик от моей подружки. Это от Лизы. Вот. Она написала, какой твой любимый цвет? Я не могу ответить точно, потому что мне нравятся разные цвета, но это по настроению, там, я не знаю. У меня нет любимого цвета, я люблю все цвета. Итак, дальше. Ты будешь отмечать 50К? Тебе нравится эстетическая гимнастика? Да, я буду отмечать К, там, мне примерно еще 5000 осталось в лайке. Быстро подписывайтесь. Вот, если хотите. Не буду вас заставлять, но, в общем, подписывайтесь. Вот, еще раз говорю, мой аккаунт. Вот, и я занимаюсь эстетической гимнастикой, она мне очень нравится. Вот, мне... Это вопрос от Нины, это моя подружка со школы, девочка. Она опять же написала, есть ли у тебя парень? Опять же говорю, у меня его нет. Итак, сколько у тебя медалей? Сейчас я вам покажу. Точно я не скажу, сколько у меня их. Ну вот, это все мои медали, которые я заработала. Я не могу сказать, сколько у меня их точно. Где? Следующий вопрос от Димы, это мальчик со двора. В какой класс ты переходишь? Опять же говорю, в четвертый. Также он написал вопрос, Кристина, сколько тебе лет? Мне 10. И сейчас вроде бы тоже он написал. А нет, уже другой вопрос. Это вопрос от Попкорн. Вот она. И она написала, подписалась бы на меня, если бы я лайкнула тебе все видео. Я за просто так не подписываюсь. Ну, просто так могу подписаться. Ну, если мне человек понравился, ну, какие у него видео, творчество. Ну, и на своих друзей я подписываюсь. Итак, дальше. Это тоже мальчик со двора. Он написал, ты любишь в футбол играть? Я просто в том дворе, куда я обычно хожу, я там всегда играю в футбол. И поэтому, можно сказать, я люблю играть в футбол. Дальше вопрос от моей подружки Леры. Она сейчас в Турции, передаю тебе огромный привет. Она спросила, есть ли у тебя парень? У меня его нет. Опять же говорим. И нравятся ли тебе собаки? Да, я их просто обожаю. Я просто обожаю собак. Это мое самое любимое животное, если честно. Кошек я даже не так сильно, как собак. Вот, и она спросила, сколько ты весишь? Ладно, я вам скажу. Я вешу 29. Вопросик от Даши Старлав. Это тоже моя подружка, которая ходит со мной на гимнастику. Вот он, вопросик ее. И она спросила, у тебя было желание бросить гимнастику? Было. Это было, когда я была, ну, прям маленькой. Нас там очень жестко тянули, в принципе, как и сейчас. Нас там не тянут сейчас, в принципе. Просто тяжелые задания дают, упражнения. Но вот когда я была, ну, лет 5-6, я с этого времени тоже уже ходила на гимнастику.
И я, правда, сильно кричала, когда меня тянули. Ну, вот, девочки, с которыми я хожу на гимнастику, могут подтвердить. Вот, ну и да, у меня были желания, когда я ездила, допустим, на тренировки, я всегда кричала: «Мама, давай не поедем, давай бросим». Но сейчас я уже добилась многого, и я уже не хочу бросать, мне это нравится, я этим живу.